Здравствуйте, это программа «Матрица русского языка» и я ее ведущий Андрей Григорьев. Мы находимся в Центре славянской письменности слова на ВДНХ, и в сегодняшнем выпуске мы узнаем, как развивался русский язык в XIX веке, и выясним, про кого говорили, что он знает русского человека как свой карман, как свои 5 пальцев. Как уже говорил в прошлом выпуске, с именем Пушкина русский язык и русская литература вступают сначала в золотой, потом в серебряный век своего развития. После пушкинской реформы литературного языка начинается развитие его функциональных стилей. В творчестве Пушкина окончательно утверждается норма русского литературного языка. Такие масштабные изменения в языке обязательно должны найти отражение и в словарях. Однако словари — это дело кропотливое, и все нововведения, они отражаются значительным опозданием. Хотя бывает и так, что и писатели не успевают за словарями. Так Пушкин иронизировал. Но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет, хоть и заглядывал я в сталь в академический словарь. Пушкин пишет здесь, как уже говорилось, о словаре Академии Российской, первом академическом словаре русского языка, который вышел в свет в самом конце XVIII века, с 1789 по 1794 годы. Действительно, в нем не были отражены многие актуальные заимствования. Однако с 1806 по 1822 год было выпущено его второе издание, в котором слова уже будут размещены в алфавитном порядке, а словник значительно пополнен. Описывается уже более 50 тысяч слов. И вот в последнем томе второго издания 1822 года мы встречаем слово «фрак». Но этого тома, видимо, не было у Пушкина, поскольку он весной 1820 года был отправлен в Южную ссылку, хотя и начал свой роман в стихах «Евгений Онегин» только весной 1823 года. Тем не менее, сразу после выхода второго издания академического словаря было принято решение создавать еще один новый актуальный словарь. Но каким он будет? Следует ли включать туда церковнославянскую лексику, древнерусские архаизмы, неологизмы, заимствования? Создатели словаря, среди которых был известный лингвист Александр Христофорович Востоков, приняли поистине уникальное решение, которое до настоящего времени не реализовано в других словарях русского языка. Составители решают включать в словник всю лексику русского языка, исконную, заимствованную, от Кирилла и Мефодия и до Пушкина, не разделяя язык на русский и церковнославянский, поскольку эти стихии тесно связаны между собой. От времени христианизации Руси до деятельности Жуковского, Крылова и Пушкина, указывается в предисловии к новому словарю, сложилось богатое, величественное, прекрасное русское слово, совмещающее в себе и священный язык веры, и родное наречие отечественных преданий, и слова, служащие к выражению новых понятий, переданных нам народами, которые опередили нас в образовании. При этом следует помещать в словарь все слова, составляющие принадлежность языка в разные эпохи его существования, потому что словарь не есть выбор, но полное систематическое собрание слов, существовавших как в памятниках письменности, так и в устах народа. Таким образом, в основу нового словаря были положены не принципы употребительности или нормированности современного литературного языка, а принцип тезауруса. Термин «тезаурус» в переводе с греческого означает «сокровище». Этим термином обозначаются словари и справочники, содержащие в узком смысле всю лексику определенной предметной области, а в широком смысле всего языка в целом. В современной лексикографии есть толковые словари современного языка от Пушкина и до наших дней, есть словари древнерусского периода с XI по XIV века, с XI по XVII века, есть словарь XVIII века, но до сих пор нет словаря, который бы включал в себя всю лексику русского языка от Кирилла и Мефодия до наших дней, чтобы мы могли открыть этот словарь и сказать: «Вот мы знаем, сколько всего слов в русском языке». Словарь, о котором мы говорим сейчас, частично на момент своего создания в середине XIX века решал эту задачу. Это словарь «Тезаурус», который был издан в 4 томах в 1847 году, был назван «Словарь церковнославянского и русского языка». Обратим внимание на значимую особенность не языков, а единого языка. Он оказался настоящей сокровищницей. Он включал в свой состав 114 700
149 слов, что по объему примерно равно словнику большого академического 17-томного словаря, который увидел свет только в середине 20 века. А почему же словарь 1847 года решает задачу лишь частично? Почему он является неполноценным тезаурусом? Древние русские рукописи в XVIII-XIX веках только начинали публиковаться, поэтому в словаре 1847 года мы можем найти только те древнерусские слова, которые уже были известны ученым. При этом не обязательно, что они продолжали употребляться в течение XIX века в живой речи, ведь перед нами словарь «Тезаурус». И на страницах словаря мы встретим такие удивительные слова, как «держальник», «товарищ» или «помощник воевода», «середа крестья», «среда» на четвертой неделе Великого Поста, «тарч», «щит», с отверстием посередине, надевавшийся на левую руку. К сожалению, вряд ли возможно было включение в словарь и всех терминов науки, техники и искусства. Как сейчас, так и тогда. Это обширный пласт лексики. Например, сейчас современные предметные тезаурсы могут включать до миллиона единиц. Понимая это, составители призывали авторов, ответственных за данные разделы, включать только самые употребительные слова. Впервые в русском языке в рамках данного словаря фиксируются такие слова, как апогей, скальпель, фосфор, аккорд, партитура, готический. Впрочем, некоторые особо увлеченные авторы не следовали строгим правилам. Например, весьма ретивым оказался лексикограф, описывающий термины морского дела. Только в сочетании с элементами грот, один из видов паруса, он включил в словарь более 80. Это такие слова, например, как грот, грот, бом, брамсель, год, бом, брам, бакштаг, год, бом, брам, брас, год, бом, брам, ванты, год, бом, брам, стаг, сельгалс и другие. Впервые в словарь были включены многие слова из народных говоров и просторечия, такие как балбес, бахвал, богатей, гулёна, серчать, стибрить. Важно отметить, что до этого обычно составители многих словарей, в том числе и словаря Академии Российской, в толкованиях сочетали собственное описание лексического значения и энциклопедическое описание самих предметов, обозначавшихся словом. Составители словаря 1847 года решили избавиться от этого недостатка и устранили развернутые определения, заменив их логически точными и краткими дефинициями. Например, тонкий – первое, имеющий небольшой объем, не толстый, второе – разборчивый, нежный, третье – проницательный, хитрый, четвертое значение – легкий, искренний. Таким образом, в словаре 1847 года впервые было объединено все то, что составляет лексическое богатство русского языка, и церковнославянский, и древнерусский, и живой русский язык XIX века с весьма большим количеством специальных терминов, областная, простонародная лексика. Список источников составляет более 200 названий книг и имен авторов, от славянской Библии и древнерусской литературы до народных песен, сказок, произведений современных писателей. Опыт этого словаря был использован в дальнейшем при составлении других словарей русского языка. Как дополнение и продолжение этого словаря в 1852 и в 1858 годах был издан опыт областного великорусского словаря, в котором была собрана диалектная лексика, всего около 40 тысяч слов. Это результат работы первых экспедиций, изучавших народные говоры. Знаменитым альтернативным словарным проектом середины XIX века стал толковый словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, изданный впервые с 1863 по 1866 годы. За этот словарь автор был награжден Золотой Ломоносовской медалью и снискал всенародную любовь. Даль был чрезвычайно разносторонней личностью. Выпускник морского кадетского корпуса, он служил мичманом на Черном флоте и на Балтике. В 25 лет поступил в университет, на медицинский факультет был военным врачом, хирургом, интересовался вопросами офтальмологии, гомеопатии. В 31 год под псевдонимом «Казак Луганский», а в Луганске он родился, он выпускает книгу сказок, которая была высоко оценена Пушкиным, а Белинский назвал его первым талантом после Гоголя в русской литературе. Но чем бы Владимир Иванович Даль ни занимался,
он прежде всего был собирателем языкового и этнографического материала. Эти материалы Даль собирал 53 года с 1819, только выпустившись из морского корпуса мичманом, до 1872 года, когда за неделю до смерти, прикованный болезнью к постели, он записывает 4 новых слова, услышанных им от прислуги. В какой-то момент у Даля скопились огромные запасы слов, пословиц, поговорок, сказок, песен, а в них весь склад ума, характер, творчество, фольклор русского человека. Недаром Иван Сергеевич Тургенев говорил, что Даль знает русского человека как свой карман, как свои 5 пальцев. У Даля возникает желание упорядочить эти материалы, обнародовать их. Он попытался было предложить их Академии наук, но это предложение не было принято. Оставалось самому, без дополнительной финансовой поддержки, приступить к обработке материалов. Мы часто говорим, надо посмотреть в толковом словаре. Мало кто знает, что термин «толковый» в применении к словарю был введен именно Владимиром Ивановичем Далем. Он придал этому слову новое значение, исходя из старинного, но забытого употребления. Словарь назван толковым, пишет он, потому что он не только переводит одно слово другим, но и толкует, объясняет подробности значения слов и понятий им подчиненных. Словарь стал настоящей страстью Даля. Перед выходом словаря, когда Далю было уже за 60, он 14 раз скрупулезно перечитал 2485 больших страниц своего словаря, прежде чем отправить его в печать. Правка такой книги, как «Словарь», пишет он, тяжела и мешкотна, тем более для одной пары старых глаз. Но именно за счет таких людей, фанатично преданных той или иной идее, и совершаются настоящие прорывы в искусстве, науке и творчестве. Как писал лингвист Сухотин, отношение Даля к языку было активное. Не будь у Даля этой любви, этой страсти к языку, этого творческого проникновения в сущность его, он бы никогда не выполнил своего великого труда. Словарь объединил различные стихии русского языка, как пишет Даль, это речения письменные, беседные, простонародные, общие, местные, областные, обиходные, научные, промысловые, ремесленные, иноязычные, а еще пословицы, поговорки, присловия, загадки, скороговорки. Безусловно, работа по составлению словаря не велась Далем на пустом месте. Тогда это было бы не под силу одному, пусть даже гениальному человеку. 60 или 70 тысяч слов записано лично Далем, или это слова, которые не попадали ранее в словари. А около 100 тысяч слов взято Далем из словаря церковнославянского и русского языка 1847 года, еще 20 тысяч взято из опыта областного великорусского словаря 1852 года и дополнения к нему. Но это не значит, что Даль предвосхитил современную технику копипаста, то есть просто половину словаря переписал у предшественников. Как писал известный лингвист Бодуэн де Куртене, который был редактором 3-го и 4-го издания словаря Даля после его смерти, Даль был не ученый, а созерцатель, художник. Действительно, в своих определениях Даль отходит от строгости описаний словаря 1847 года и в некоторых моментах приближается к энциклопедизму словаря Академии Российской. Вместе с тем, в словарных статьях Даля всегда присутствует творческое начало, отражается народное мировоззрение, народная этика. Слова, часто в ущерб литературным источникам, за что часто упрекали Даля, обязательно иллюстрируются пословицами и поговорками. Их в словаре порядка 30 тысяч. В отдельных статьях их количество доходит до нескольких десятков, например, в статье «Голова» их 86, в статье «Глаз» 110. Посмотрим, как Даль переработал всего две статьи из словаря 1847 года «Сокол» и «Совесть». В словаре 1847 года слово «сокол» тогда произносили с ударением на втором слоге. «Сокол» описывается так. Первое значение – «фалко гентилис» – «птица», то есть дается только его латинское наименование. Даль сохраняет «птица фалко», добавляет «ловчая», и далее следует подробное описание. «Птица величиной с большого ястреба, он не берет добычи с земли, весьма редко хватает, а бьет на лету, для чего сперва подтекает под нее, взгоняя ее, потом выныривает позади ее вверх, внезапно ударяет в нее стрелой, более под левое крыло, всаживая отлетный коготь в птицу и распарывая ее точно ножом. Птица падает, сокол опускается на нее». И далее следует 15 пословиц и поговорок. В словаре 1847 года слово «совесть» описывается так, первое значение – внутреннее сознание нравственного качества наших действий.
Владимир Иванович Даль определение из словаря 1747 года расщепляет на элементы. Совесть, нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке, внутреннее сознание добра и зла, тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение поступка, способность распознавать качество поступка, чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее от лжи и зла, невольная любовь к добру и к истине, прирожденная правда в различной степени развития. И далее следует 20 пословиц и поговорок. Являясь сторонником адмирала Шишкова в вопросе о замене заимствования исконными словами, Даль в рядах синонимов помещает и придуманные им слова, которые, по его мнению, вполне могли бы заменить иностранные. Ученые насчитали около 250 таких далевских неологизмов. «Небозем» или «глазоем» — это горизонт, «мироколица» и «колоземица» — это атмосфера, «ловкосилия», «гимнастика», «насыл» или «насылка» — адрес, «насопрятка» — «кашне», «насохватка» — «пенсне». Даль отмечал, что они занимают в словаре скромное место. Кроме того, некоторые из приписываемых Далю слова есть в говорах, их он только употребил в новом значении. Важно, что Даль уходит от алфавитного порядка слов, который характеризовал словарь 1847 года, и почти возвращаясь к гнездовому, который был принят в словаре Академии Российской, останавливается на промежуточном варианте, оставляет в гнезде, чтобы оно не было громоздким, только бесприставочные слова. В словарной статье «Друг» у него приводятся, например, такие однокоренные слова. «Друговщина» в значении «община», «другодружный», «дружелюбие», «дружелюбность», «дружище», «дружок», «дружочек», «друзяка», «дружка», «дружни» — пара свыкшихся животных, «дружья», «дружье», товарищи или приятели, дружеский, дружественный, дружба, дружить, дружина. И так, как мы видим, словарь Даля – настоящая энциклопедия народной жизни, в нем описываются предметы, явления, характеризующие русский народный быт, поверья, приметы, обычаи, дается множество других этнографических сведений. После выхода в свет первого издания словарей общественного признания за 4 года Даль успел сделать около 5000 поправок и дополнений, нашел еще около 1500 слов, которые следует включить во второе издание словаря. Но оно вышло уже через 10 лет после его смерти. Третье издание готовил к печати известный лингвист Иван Александрович Бодуэн де Куртене. Он коренным образом отредактировал словарь, дополнил его на 20% новой лексикой, в том числе словами политических дискуссий Первой русской революции, а также ввел ненормативную лексику. Производные слова он расположил в алфавитном порядке, изменил правописание слов. Такой бодуэновский Даль выдержал еще два издания в 1903-1909 годах и в 1912-1914. Но после революции 1917 года словарь печатался в основном в далевской редакции. Сам Даль говорил о себе предельно скромно. Он не учитель, не наставник, не тот, кто знает дело лучших других, а кто более многих над ним трудился. Он ученик, собиравший весь век свой по крупице то, что слышал от учителя своего, живого русского языка. Он всего лишь выполняет работу подносчика при постройке великолепных палат русского слова. И действительно, к словарю Даля обращались Лев Толстой, Есений, Ремезов, Салтыков-Щедрин, Чехов и Бунин, предостерегали писателей против списывания с Даля. Нашли свое место и слова, придуманные Далем для замены заимствований. Они пополнили арсенал поэтических средств русской литературы. Так Павел Коган писал: «Поэт, мечтатель, хиромант, я по ладоням нагадал ночных фиалок аромат, и в эту нежность нагада в спокойном имени твоем. Ты спишь, ты подложила сон, как мальчик мамину ладонь. Вот подойди, губами тронь, и станет трудный горизонт таким понятным, глазоем». Так Даль сказал, и много тут спокойной мудрости. «Прости, что я бужу тебя, плету такую чушь, сейчас цветут на Украине вишни, тишь, мне слово словом не свести в такую ночь. Когда-нибудь я расскажу тебе, как жил, ты выслушай и позабудь. Потом, через десяток лет, сама мне это расскажи. Но поздно, через час рассвет, и ночь со звездями пыля уйдет, строкой моей осев на Елисейские поля по Ленинградскому шоссе». Как же развивался русский язык
в 20 веке. Поговорим об этом в следующей программе. Встречаемся, как обычно, в Центре славянской письменности слова на ВДНХ и на телеканале «Русский мир».